Здравствуйте! Сегодня мы приготовим салат из брокколи. Нам понадобится свежие брокколи. У меня здесь 250 грамм. Примерно грамм 20 красного лука. Нарезала я уже его заранее. Семена подсолнечника. Примерно грамм 20. Бекон. Я уже взяла сушеный бекон. Если у вас свежий, нужно поджарить и подсушить. И нарезать кусочками. Здесь примерно 30 грамм бекона. Нам понадобится изюм, грамм 40, и майонез. Приступим. Берем глубокую миску, высыпаем брокколи, высыпаем изюм, насыпаем бекон, насыпаем семена подсолнечника, лук. Все очень просто. Смешиваем ингредиенты. Смешиваем ингредиенты и заправляем майонезом. Перемешиваем. Я обычно не добавляю соль, но вы, если вы хотите, можете добавить соль. Это будет очень вкусно, поверьте мне. Перемешиваем все тщательно. Вот такой вкусный, красивый салат у нас получился. Приятного аппетита! Thank you.